Гулджигит Алыкулов буквально через 4 минуты увеличил разрыв, снова воспользовавшись классным пасом от Павла Савицкого. Так, ну а что у нас здесь? Еще один штрафной зарабатывает Кухарчик, хотя апеллирует, видимо, Илья на то, что можно было и пенальти, или же все-таки пенальти. Так показывает уверенно Антон Лашук. Получается, что пенальти, да? Все-таки в штрафной этот фол состоялся. Так вот, третий мяч Павел Савицкий с передачи Сергея Карповича оформил. Ну а здесь нам показывает крупным планом общение футболистов Арсенала с Антоном Лашуком. Апеллирует в первую очередь Роман Вегерин, и мы с вами. Ну, кстати, в этом сезоне. Разбег. Удар. И не забивает Дайнека, но забивает Пантя после добивания. 4-0. Неман в итоге одерживает победу и дает финальный свисток Антон Лашук. Коллегам спасибо за работу, вам спасибо за внимание. Очень быстро прощаемся с вами. Андрей Григорианс, Геннадий Соловей. Смотрим еще раз повтор этого момента с голом Панти. И прощаемся с вами. До свидания.